Вот она, сука. Вот она, чат. Сразу видно, челик не смотрел мой видосик про мувмент в трешке. Боты, походу, ходят. Ёлки. Кто-то там открывает что-то. Я вас не смущаю тут, мужчина, что я как бы на первом этаже стреляюсь, не? Все под контролем у вас. Да ну нахер. Надо, короче, было тапать ему в голову, зря зажимал. Но я уже 100 лет с эмками не играл, я отвык от их стрельбы. Кто-то оружие где-то скидывает. Блять. Удобно получилось. Сейчас бы мог просто типа этого сбривать, блин, с собой. Ёб твою мать! Не допрыгнул чуть-чуть до него. Ну что ты, может быть, кинешь мне гранатку там, не?
Где-нибудь вот там, например, сидит какой-нибудь чел сейчас и смотрит меня. Я очень удивлюсь. Да ну нахрен. А, все-таки я убил какого-то типа в этом. Через сетку. Или погодите, я, наверное, взорвал? Да? Я взорвал кого-то? Да, я взорвал. Вот этот последний тип, который со мной стрелялся за железными воротами, я, получается, прокинул туда гранаты с рикошетом об стену. И где-то каким-то образом взорвал типа, напарника у него. Но он не шевелился, не двигался, поэтому у меня... Я вообще по нему не знал, у меня не было информации. Я только вот этого типа слышал, как он со мной дрался. Поэтому этот просто где-то сидел и просто где-то взорвался и все на гранате. За хитрец, блин. Вдруг, мне кажется, его. Так. Так, я думал. Так. Так, ну эсерка, наверное, тогда... Эсерка, наверное, уходит в зрительский зал. Это еще был пробежка, я не понял, где. Видимо, тоже на первом, только с пристроя первого этажа.
Сразу видно, челик не смотрел мой видосик про мувмент в трешке. Еще бежит. Конец тебе! Так. Он же с собой дверцу просто закрыл. Тоже вежливый какой-то ЧВКшник. Кто там? Кто там фонариком светит? Бля, тут не пролезть ведь. Капец, я не убил второго. Там же так охеренно залетело. Ля-ля. Так непривычно немного с этим прицелом. Ой, четвертый уровень. Сорян. Вообще, походу, бот был второй. А, нет, не бот. Немножечко височки ему подровнял.
Очередь, очередь. Сейчас тебя тоже подровняем. Что ты, блин, переживаешь? Нихера. Заценили 15 уровень в слике? Охереть. Ветеран. Блять, ну как ты летаешь, граната? Смотрите сейчас внимательно на гранату. Видите, как она вот от этой стенки отбивается и улетает туда вдаль. Вот она, видите, она туда вот так бам-бам и туда улетела, вот туда. Да? Вот она, сука. Вот она, чат. Что ты здесь делаешь, граната? Ты уже улетала туда, в коридор, не? Блять, эта игра, блин, просто гениальна. На окошко легла, понимаете? На окошко. Это что такое? А? Вы тоже видите эту хрень, чат? Это что, велосипед? Что это? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.